ВК. Каравон — это концерты на сценах больших и малых и просто самодеятельные на заваленке. Буква А. Каравон — это ансамбли. В этом году в Никольске приехали 150 коллективов из 11 регионов страны. Впечатление, видите, все на ногах, на руках и на лице. Самое доброе впечатление. Живем и радуемся, и татары, и русские. Мы уже не первый год сюда приезжаем. Нам давали и дипломы. Ох, барыня ты моя, сударыня ты моя. Несмотря на такую вроде холодную ветреную погоду, но все гуляют довольны. У основоположников и тезки фестиваля Лаишевского ансамбля «Каравон» в этом году юбилей – 30 лет. В этом случае с возрастом юбиляр все моложе, в составе все больше молодежи. Каждая песня содержит какой-то смысл определенный. Ты просто поешь ее, вот так вот понимаешь и все происходящее. Это на реальных событиях были песни составлены. В основном песни свадебные. Буква «Р». «Каравон» – это развлечения, и такие, как веселились наши предки. Еще одна буква А. Каравон — это и артисты российской величины. В этом году звездной гостьей стала Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня». Зову тебя, Россию, единственной зову. Наша задача взрослых — детвору воспитывать, помогать им познать всю красоту национальных традиций. Это очень важно. И тогда мы понимаем, что мы едины все вместе. Что касается Татарстана, слушайте, это удивительная сама по себе республика. Красоты неимоверные, потому что руководители нормальные. И работают и делают для людей. И поэтому в окружении мы видим, что происходит. Буква В. Каравон – это выставка народного промысла. На этот раз свои умения показали более 300 мастеров. 15 годиков занимаюсь, и с каждым изделием учусь и учусь. Пределов нет. Вот, например, коробушка, зацените. Оп. Буква О. Каравон – это официальные поздравления, награды и открытия. Так сегодня в Никольском свои двери распахнуло русское подворье. От правительства республики гостей с праздником поздравил Алексей Песошин. Каждый год совершенствуется. Молодцы, я хочу поблагодарить организаторов, участников за то, что они находят время, силы, желание участвовать в таких праздниках. Буква Н. Каравон – это народные многотысячные гуляния, что неизменно завершаются общим хороводом, символизирующим дружбу всех народов. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район.